Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 холиплей, 7 сером, у них здесь Кирилл Путбуль. Да, чувак, я продолжаю кататься на машине. Оказалось, пацаны, это машина га-сера, просто на временно у другого админа. Это машина га-7 сера, я просто охренел, я просто скинул ему скриншот, короче, этому га, типа, говорю... А как такие номера, типа, где их поставить там и так далее? Ну, просто решил узнать. Чисто из интереса. И он говорит, что это его машина, я такой, блядь, думаю, охуенно просто, блядь. Ой. Короче, это машина га-сервера, я так понимаю. Ну, это он мне лично так голосовое сообщение отправил, короче, что это его машина, она временно у другого админа. Так что, это машина га-сервера. Сегодня мы собрались не из этой машины, а собрались из-за того, что наконец-то я куплю транспорт, какой очень давно хотел купить на 01 сервере. Это будет очень странный транспорт, очень необычный транспорт, и вы напишите, что типа нахрена ты его купил. Я думаю, такие комментарии по-любому будут. Ну ничего, я просто очень давно хотел купить себе этот транспорт. Да, это не машина, пацаны, это не машина. Я думаю, по превью вы уже догадались, но блин, я хочу купить этот транспорт, прочиповать его и на нем кататься. Пока что у меня випка есть 5 дней, я это время буду на нем ездить. Потому что я очень хотел давно этот транспорт. Он мне очень нравится. Да, он выглядит не очень, но мне он очень нравится. Ладно, не будем томить. Короче, поехали в автосалон. Передаю привет Добик РМП. Это мой подписчик. Привет тебе большой, Егорка Добиков. Передаю тебе большой привет, короче. Блин, мне этот Мерседес нравится. Я просто уже на нем катаюсь на протяжении, наверное, 3 часов уже. И, блядь, я не могу просто его отдать, понимаете? Я не могу его поставить на место. Он открытый будет все время. Я так понял, потому что... Я писал Эльдару, он просто в АФК стоит, короче. Я так понял. И эта тачку смогут любой взять. Ну, блин, я не хочу ее просто отпускать, понимаете? Она мне нравится. Но придется ее оставить, потому что придется взять транспорт, какой я куплю сейчас. Реально, вот я просто влюбился. Не знаю, я просто влюбился в эту машину. Она просто выглядит очень охуенно. Цвет... Номера просто, блин, ай, соска, валит, блядь, просто пушка-гонка, бля, просто охуенная машина. Респект Га, что он ее такой сделал. Номера, конечно, не знаю, почему Брабус, возможно, у Га стоит моделька Брабуса какого-то. Я вам этого точно сказать не могу и не знаю, короче, я. Так, мы уже подъехали, так, надеюсь, нас Мерседес не спиздят. Ну ладно, погнали, короче, в автосалон. Надеюсь, не спизанут нашу машину, сейчас купим себе... Транспорт, какой я хочу. Ну, хотя вы уже догадались по-любому по превьюхе там и так далее. Я очень хотел давно, серьезно вам говорю, я очень давно хотел этот мотоцикл. В других серверах я ездил на нем, но я очень хотел давно этот мотоцикл, короче. Он стоит 200 тысяч у нас. Сейчас его найду быстренько. 200 тысяч он стоит. Вот это пушка-гонка просто. Черный берем, черный. Все, купил, погнали дальше. Все, купил. Отдал за него 200 тысяч, короче, все. Сейчас поедем еще его заберем и поедем чипанем его. Я просто давно хотел этот мотоцикл. Вот, серьезно, я вам говорю, я очень хотел давно этот мотоцикл, короче. Сейчас у нас тачку, походу, спиздит. Да, у нас рыжик тачку спиздит или нет? Нет, прикиньте, не спиздил. А не, Егорка у нас случайно сел в машину, я так понял. Так, садись на пассажирское. Быстрее, пока зеленый еще загорится. Сейчас быстренько доедем к моему дому и возьмем этот мотоцикл. Нет. Чувак пишет разговорное видео. Нет. Сейчас мы едем, короче, домой ко мне, возьмем мотоцикл. Блин, я реально очень давно хотел. Я просто вам клянусь, что я очень давно хотел этот мотоцикл. Не знаю, у меня он что-то прикалывает. Что-то в нем есть, серьезно. Я видел, как еще на 01 сервере чувак ездил на нем. И, блин, я тоже себе его захотел. Но у меня, блин... Три машины на 01 сервере, я никак не могу себе позволить купить. А вот появилась такая возможность, блядь, ну грех не купить. Когда випка, возможно, будет заканчиваться, я просто его продам и все. Так, давайте я, наверное, утоплю машину админа, чтобы никто ее не взял. Так, сейчас мы ее утопим по бырику, чтобы ее никто не... Чтобы она заспавнилась, где была. Где взял, пусть там и стоит, короче. Все, пошли. Теперь погнали за мотоциклом. Так, погнали, я уже почти добежал до дома. Сейчас просто увидите эту красавицу. Не знаю, блин, ну я не знаю, мне что-то, блин, нравится этот мотоцикл и все. Я не знаю, что я в нем такого нашел, но мне он просто нравится. Во.
Вот это я понимаю, ебать. Блять, у меня прав нету, ёб твою налево. Бля, прав нету. У тебя есть? У тебя есть? Права на мотоцикл. Пиздец просто. Я забыл, у меня прав нету, ебать. Нет. Ну что делать? Берем X5 и едем сдавать на права, блядь. Классно, блядь, охуенно просто. Заебись. Пиздец, тут же еще теория, надо штрафы платить еще. Так, оплатить все штрафы. 59 тысяч. Нормально, блядь. Так, категория А мне нужна. Выйти во двор и сядьте. О, наконец-то убрали, блядь, эту хуйню, ёб твою. Вот это знаете, как оно было? Это экзамен сначала был, короче, наконец-то убрали. Красавчики, Амазинг, это ваша фишка была, что у вас нету экзаменов. Вы молодцы, уберите, убрали, молодцы, красавчики. То, что убрали, то, что, блядь, вот это надо, типа, теорию сдавать. Вот это нахуй не нужно, пацаны. Вот как было в старые добрые времена, так пусть и будет. Так, вот я, походу, сдал на права. Надеюсь. Все, я получил категорию А, заебись. Все, теперь едем назад, домой. О, автоярмарка, кого нету транспорта. У нас есть транспорт, в принципе, поэтому мы поедем на Иксе. Так, открываем. Все, садимся и едем. Смотрите, я Икса надираю. Лол. Я Икса обогнал тоже другого такого. Лол. Просто лол. Так, мы уже почти доехали до дома. Пришлось, пацаны, чуть по ИППшить, но вы так не делаете. Извиняюсь сразу при администрации, просто я... Очень спешу, релогаться не хотел, поэтому просто подписчика не хотел бросать, чтобы релогаться. Поэтому все, берем мотоцикл, наконец-то наш любимый. Так, и вот он, заебись. Только что у него мотор голубой, мне интересно. Кто-то мне скажет, почему у него голубой мотор. Ну такое себе. О, да, детка, блядь, как я его давно хотел купить. Ёк-макарёк, блядь, вот это охуенно. Бля, просто топчик. О, пацан свой. В теме, блядь. Погнали, все, в тюнинг. Кстати, чувак дело говорит, можно будет, в принципе, его разыграть. Ну, не знаю, посмотрим. Номера я, может, и буду получать. Нормально. Может, что на нем стан-то вообще делать, нехуй делать. Чего не Ямаха. Давно хотел... Этот аппарат. Я давно хотел этот аппарат, короче, поэтому я взял его. Мне он, не знаю, да, он стандартный, да, блядь, он некрасивый. Но, блядь, мне что-то в нем нравится. Это байкерский такой, бандитский мотоцикл, блядь. Мне нравится. Надеюсь, может, его модпаки заменят, в принципе. Но я взял чисто для себя, пацаны. Сейчас мы его чипанем, посмотрим, сколько он максимум едет. И я вынесу свой вердикт. Стоило того, стоила такая мечта, можно сказать, того, покупки ее или нет. Я вам скажу уже в конце. Так, мы уже почти подъезжаем к тюнингу в Южном. Получается, да. Давай сейчас заедем. И посмотрим. Какие, ну, сколько здесь тюнинг стоит там и так далее. В принципе, да. Сейчас протюнингуем эту бричку. Может, сейчас еще перекрасим. Потому что голубой двигатель цвета мне что-то не очень. По кайфу, я вам скажу. Так, ускорение стоит... Ого, 50 тысяч. Ну ладно, поставим. Раз ускорение, два ускорения. Потом, азот нету. Так, перекрасить мотоцикл. 158,0. Нет, давайте что-то другое. Тюн. Нет, отмена купить. Так, тюн. А, перекрасить 0,1. Пусть как будет белая полоса, я думаю. Довольно-таки так стильно смотрится, я думаю. Да? Хотя можно... Так, тюн нет. 164 можно. 164,0. Вот, тоже неплохо смотрится, в принципе. Давайте так и сделаем. Так, что у нас еще есть? Гидравлика нет. Ускорение починить. Убрать тюнинг, капитан ремонт. Нет, все. Все, что мы можно, сделали. Так, сейчас пробуем максимальную его скорость. Как тебе мой новый аппарат. Как тебе мой новый аппарат? Не знаю, мне нравится, блин. Давайте на нем прокатимся. Увы, но после обновы теперь такая ЗП в армии. А. Ч
сколько ЗЗП в армии. Так, ну. Давайте максималку проверим. 107. 107 она едет, походу. Ну, кстати, неплохо. Можно шахами гоняться. 109. 107. Ну, 107, 109 он едет. Я думаю, вполне себе даже неплохо наваливает. Харлей такой прям. Просто по кайфу, реально. Пацаны там в ахуе. Пушка-гонка просто. Ну, правда, ехать какой-то голубой, мне вот это вообще непонятная тема. Поехали Канашан, там какая-то туса у нас. Давайте покажем нашего нового зверя. Ебать, он валит нормально. Кстати, ну 107 километров, я считаю, для такого мотоцикла это нормально. Ямаха, конечно, там в полных чипах едет 140, но Ямаха стоит, заметьте, лям с половиной. А это 100-200 тысяч, и потом еще вкидываете 100 тысяч на 2 чипа, и все. И у вас охуенный аппарат. Так, все, погнали дальше, короче. Канашан, мы сейчас покажем наш аппарат. Пацаны заценят, скажут, как им. Ну, цвет, конечно, да, спорный. С черным как-то более поприкольнее смотрелся, наверное. Ну и такого цвета, в принципе, тоже неплохо смотрится. Конечно, он здесь не такой. Он должен быть хамелеоновый, этот цвет. У меня на первом сервере на BMW... Ой, не на BMW, а на E63 такой стоит. Хамелеон цвет. Ну, а здесь, видите, моделька стандартная. И цвета хамелеона он не передает. Поэтому вот такие вот дела. Но тем временем мы уже почти подъехали к Анашану, да? Угу. Сейчас покажем нашу бричку. Так, она хоть закрыта? Так, открыта, закрыта. О, заебись. Аппарат, что надо вообще. Вот это я понимаю, пушка-гонка просто. Я подписчик, красава. Ты в серии. Красава, ты в серии. Ебать, вообще аппаратище просто, блядь, охуенное. Купил новый аппарат, пацаны. Так, давайте скриншотик сделаем еще. А, пишу настройки, выключить основные тикздравы. Так, вот такой вот скриншотик можно сделать. Дай 5000, пожалуйста. Давайте дадим ему 5000. Держи. Ура! Здорово всем, продай прицеп. А, продам прицеп. Лол. А можно мне? Давайте по 5000 пацанам раздадим. 5000. 57. 5000. Когда стрим? Хз. Так. 24. 5000. Давайте дадим. Все. Всем дали. Короче, давайте чуть прокатимся еще. Потому что, блин, аппарат вообще годный. Вообще годный просто. Кстати, по-моему, да, Е63 уже пропал. Ну, Ильдар вышел с сервера, это я так понял, и Мерседес пропал. Ну, я на нем и так надеюсь, накатался, поэтому заебись. Бля, охуенный мотоцикл. Отвечаю. Реально, пацаны, хороший мотик. Реально, 107 едет, в принципе. Это быстрее, чем стоковый гелик. Да и стоит, ну, 300 тысяч вложить. Ну, он 200 стоит тысяч в этом. Еще вложите немного денег и все, блин. Ну, реально, мне он нравится, я не знаю. Мне он очень нравится. Прикольный такой аппарат. Мне нравится. Не хуже, чем Yamaha, я вам скажу тоже. Что-то в нем есть свое. Реально, что-то в нем есть свое. Я и думал еще квадроцикл купить, но этот аппарат мне больше нравится. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на сервер, кто еще не играет, вводите мои при регистрации. И всем пока-пока.